величественны береговые скалы могучей Лены. Веками катит она свои воды по якутской земле, от Байкальских гор до Ледовитого океана. Подобно Ленской волне, свободно льется песня народного певца Ланкасута, славящего родную землю колхозное богатство. Мудрая ленинско-сталинская национальная политика возродила якутский народ к новой жизни. Равный среди равных, он успешно преобразует свой суровый край на социалистических началах. Тайги земле раскинулись колхозные поселки, в цветущих долинах пасутся несметные стада. Окончание весенне-полевых работ, когда леса красуются в нарядах листвы, в долинах зацветают шелковистые травы, когда над якутской землей воцаряются белые июньские ночи, наступает пора Ульсыаха. В колхозах заготовляют кумыс, ценный дар коневодства, любимый напиток якутов. Извлечены из сундуков дорогие седла, попоны, чепраки. Веками они хранятся как реликвии и передаются по наследству из поколения в поколение. На месте торжества возводятся специальные сооружения, тюсельге. Поляна украшается молодыми березками. Изделия знатных якутских мастеров, посуда для кумыса, чароны. Чтобы ярче блестел орнамент, чароны натирают маслом. Закончены последние сборы на праздник. По лесным и проселочным дорогам из далеких таежных наслегов Якутии потянулись живописные кавалькады. Красивые наряды женщин, богатые убранства коней вызывают гордость и восхищение народа. По старинному обычаю лучших лошадей привязывают к коновязи. Золотом, серебром, разноцветным бисером переливается на солнце добротная сбруя. В прошлом Исах использовал стаенами шаманами в своих классовых целях. Освобожденный от религиозно-обрядового содержания, в новых социалистических условиях
Исаак стал подлинно народным праздником. Днем смотра физических и духовных сил якутского народа средством его политического воспитания. Исаак открывается митингом, на котором подводятся итоги трудовых успехов. Собравшихся приветствует с праздником второй секретарь якутского обкома партии товарищ Попов. Открывая традиционные кумысопития, старейший колхозник Иван Иванович Говоров превозглашает здравицу. Люди солнечного мира, свободные якуты, пусть ударная работа ваша да вознаградится, пусть изгороди ваших конюшен да расширится, пусть богатство в хозяйстве да умножится, пусть здоровой вырастет наша молодежь. За великого вождя, отца якутского народа, товарища Сталина, за изобильную нашу жизнь. Пенится жирный кумыс, хмельной и веселый. Кумысопитие в разгаре. Рекордсмены республики демонстрируют свои достижения. Помириться силами любителей национальной борьбы. Излюбленные зрелища, конские скачки. Победа приносит славу не только наезднику, но и колхозу, сумевшему вырастить быстрого скакуна.
В Исаахе точно в зеркале отражается душа якутского народа, его экономика и культура. Новый век на севере сияет, победило солнце непогоду, и народ России помогает моему якутскому народу. По дорогам ленинским великим, по путям победы величавой, вождь народов, Сталин солнцеликий, нас ведет для подвигов и славы. Береговые скалы могучей Лены. Веками катит она свои воды по якутской земле от Байкальских гор до Ледовитого океана. Подобно ленской волне, свободно льется песня народного певца Ланхасута, славящего родную землю, колхозное богатство. Мудрая ленинско-сталинская национальная политика возродила якутский народ к новой жизни. Равный среди равных, он успешно преобразует свой суровый край на социалистических началах. На отвоеванной у тайги земле раскинулись колхозные поселки, в цветущих долинах пасутся несметные стада. Окончание весенне-полевых работ, когда леса красуются в нарядах листвы, в долинах зацветают шелковистые травы, когда над якутской землей воцаряются белые июньские ночи, наступает пора Исаха. В колхозах заготовляют кумыс, ценный дар коневодства, любимый напиток якутов. Извлечены из сундуков дорогие седла, попоны, чепраки. Веками они хранятся как реликвии и передаются по наследству из поколения в поколение. Thank you.
На месте торжества возводятся специальные сооружения, тюсельге. Поляна украшается молодыми березками. Изделия знатных якутских мастеров, посуда для кумыса, чароны. Чтобы ярче блестел орнамент, чароны натирают маслом. Закончены последние сборы на праздник. По лесным и проселочным дорогам из далеких таежных наслегов Якутии потянулись живописные кавалькады. Красивые наряды женщин, богатые убранства коней вызывают гордость и восхищение народа. По старинному обычаю лучших лошадей привязывают к коновязи. Золотом, серебром, разноцветным бисером переливается на солнце добротная сбруя. В прошлом Исах использовал стаенами шаманами в своих классовых целях. Освобожденный от религиозно обрядового содержания, в новых социалистических условиях Исах стал подлинно народным праздником. Днем смотра физических и духовных сил якутского народа средством его политического воспитания. Исаак открывается митингом, на котором подводятся итоги трудовых успехов. Собравшихся приветствует с праздником второй секретарь якутского обкома партии товарищ Попов. Открывая традиционные кумысопития, старейший колхозник Иван Иванович Говров превозглашает здравицу. Люди солнечного мира, свободные якуты, пусть ударная работа ваша да вознаградится, пусть изгороди ваших конюшен да расширится, пусть богатство в хозяйстве да умножится, пусть здоровой вырастет наша молодежь. За великого вождя, отца якутского народа, товарища Сталина, за изобильную нашу жизнь. Пенится жирный кумыс, хмельной и веселый. Кумысопитие в разгаре. Рекордсмены республики демонстрируют свои достижения. Thank you.
приходят помериться силами любители национальной борьбы. Ахи точно в зеркале отражается душа якутского народа, его экономика и культура. Новый век на севере сияет, победило солнце непогоду, и народ России помогает моему якутскому народу. По дорогам ленинским великим, по путям победы величавой, вождь народов Сталин солнцеликий, нас ведет для подвигов и славы.